Последние дни у нас связаны с разного рода классным надувательством дорогих россиян. Справа, слева и, естественно, главным образом сверху. Президент опять обещал решить жилищный вопрос. У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос, сказал он 13 июля. А потом выяснилось, что 26 августа 2012 года он сказал: «Я думаю, у нас с вами есть уникальный исторический шанс кардинальным образом поменять ситуацию с точки зрения обеспечения граждан жильем». То, что Владимир Владимирович регулярно брешет и не выполняет свои обещания, как бы это давно известно. Но сейчас он уже до того обленился, что ему даже стало лень сказать чуть другими словами. Ну, свинство вот уже реально. Ну, я понимаю, что ни хрена не выполнишь. Ну, найми там своих спичрайтеров, вставь им фитиль, скажи, давайте я ту старую брехню скажу другими словами. Перепишите, загляните в словарь синонимов, в конце концов. Нет, лень. Думает, что сожрут. Ну, поскольку сжирают, наверное, правильно думает. А на случай, если не будут сжирать, уже у нас идет активная реформа избирательного законодательства. Голосовать теперь можно будет 3 дня на каких-то специальных дворовых участках. Казалось бы, в чем тут прикол? 3 дня или 1? Очень простой. Как сказала руководитель комиссии по регламенту Госдумы Ольга Совосенова, в случае проведения многодневных выборов лимит наблюдателей в день 2. То есть, вы поняли? Лимит наблюдателей 2. Одного поставят от Единой России, второго Общероссийского народного фронта. Остальным полицаи дадут пинок под жопу. После чего в эти 2 дня можно будет впихивать сколько угодно бюллетеней целыми пачками. И, конечно, очень символично, что об этом сказала именно депутат Совосенова, избранная от Единой России, возглавляющая в республике Коми отделение Народного фронта и ранее бывший там секретарем комсомольской республиканской организации. То есть такая прожженная, бывалая комсомольская секретутка, типа Валентины Матвиенко и ей подобных, которые вот были комсомолками, ельцинистками, путинистками, а завтра придет там Бен Ладен какой-нибудь, или там Трамп, или какие-нибудь зеленые членистологии педерасты с Альфа-Центавры, так она с удовольствием пойдет и к ним. Конечно, уже не в баню, но вот пойдет писать новые законы и объяснить, что истинные духовные скрепы именно в зеленых членистологиях педерастах с Альфа-Центавры. Некоторые уже подумывают об еще большем ограничении избирательных прав людишек. Например, уже пропивающий остатки печени пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев сказал, что, однако, молодежь нужно лишить
избирательных прав, потому что молодежь у нас тупая. А раньше примерно то же самое сказала главред нашего главного внешнего пропагандонского канала «Параша Тудей» Маргарита Симоньян, сказав корреспонденту «Коммерсанта» Олегу Кашину, что если вот этому русскому быдлу дадут избирать кого угодно, то он уже нас повесит. Вот. Как видите, тут вот эти два персонажа, Леонтьев и Симоньян, тут просто слились в экстазе насчет запрета быдлу выбирать кого хочешь. И что вот символично, они одновременно слились в экстазе в защите вроде бы своего идеологического противника, актера-либераст Михаила Ефремова. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет. Который вот одного из представителей этого русского быдла задавил, а вот они сейчас говорят, что вот не надо вот его так, что ужасно, вот если он будет сидеть, и не надо вот его трогать. Сейчас к ним присоединился русский православный патриот Иван Охлобыстин, который говорит, что ну ведь Ефремов-то мой кум, ему надо поэтому дать условно. Вот, это показывает в очередной раз, что наша либеросня, наша пацарятня, это все совершенно одна шайка. Но что касается ограничения прав на выборы, то мне кажется, что некоторым алкашам лучше бы ограничить их репродуктивные способности. Вот. Удалить там что-то, а то ведь будут такую же мразь порождать. Вот. Если Леонтьев сказал, что заседать этой молодежи и право выбирать, то Россия вот не устоит. А я думаю, что вот если дать возможность таким, как он, размножаться, тоже Россия может не устоять. Потому что такого количества паразитов она не выдержит. Просто сожрут изнутри. Как краеды пень. Но, соответственно, не надо думать, что надувают только демократы и патриоты. То, что не сопрут они, то сопрут коммунисты. Товарищ Зюганов выступил с инициативой собрать 1 миллиард рублей на выплату денег, которых его другану, бывшему доверенному лицу Путина и бывшему депутату от «Единой России» Грудинину, вот, нужно выплатить штраф за какие-то там недостачи своего зао совхоза имени Ленина. «Соберем народный миллиард», — сказал 9 июля Зюганов. И 13-го добавил: «Я в доле». А 15-го сказал: «Оплатить мы деньги не будем. Дойдем до Верховного суда, а если надо, до Европейского. Ведь Европейский суд, Верховная, у нас власть». То есть, вы поняли, вы скиньтесь ему 1 миллиард, платить их не будут, а поделят между собой. И Зюганов в доле. Вот. А... конечно, просто вот тырить неинтересно, скучно. Поэтому людишкам нужно еще и, кроме того, как их воруешь, нужно им в рожу наплевать. Последний раз наплевали в городе Сочи, где как раз после вот этого нашего опроса по поправкам Конституции о неприкосновенности памятников снесли памятник русским солдатам из крепости Святого Духа, которая тут стояла. Потому что черкесская диаспора, представляющая 1,2% населения Сочи, точнее несколько лиц от имени черкесской диаспоры, возмутилась. А еще возмутились какие-то люди из Чехии, какие-то из Турции, а из Израиля письмо с требованием снести памятник подписал раввин Авраам Шмулевич. И, конечно, если вот люди из Чехии и сам раввин Шмулевич, то что нужно сделать администрации Сочи? Правильно, администрация Сочи встала по стойке смирно и памятник расхерачила. Это вам ваш русский мех. И другого у меня для вас нет. Шалом!